находимся в Украине, в замечательном городе Одессе, где проведем опрос для 13-го канала на тему, как они относятся к азербайджанцам и людям другой нации. Поехали! Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к азербайджанцам? Отлично, нормально. Все мы люди. Были в Азербайджане? Нет, не было. Обязательно посетите эту страну. Очень спасибо. Прекрасно. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Маша. Лена. Очень приятно. Меня Катя. Скажите, а как вы относитесь к азербайджанцам? Нормально. Адекватно. А друзья есть знакомые у вас? Да. Нет. Что можете, сказать? Обычные люди, нормальные, А парни вам нравятся? Вам симпатичные такие? Да. Азербайджан is a great country. Thank you very much. Welcome. Sorry, I'm sorry. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анастасия. Аня. Очень приятно, меня Катя. Скажите, как вы относитесь к азербайджанцам? Положительно. Положительно. Что можете сказать? Хорошие люди, в принципе. Да, вообще. Вообще супер? Да, супер. Столицу знаете Азербайджана? Баку. Ну, я считаю, что все люди нормальные. Ну, как бы, блин. А поехали бы туда жить? Нет, я там не была, но я бы хотела бы сначала посетить страну, посмотреть. А вам нравятся мужчины азербайджанцы? Иногда. Да. Очень? Не очень, но нравится. Вышли вы замуж? Я замуж не хочу. Как вы относитесь к азербайджанцам? Нормально. Что можете сказать? Ну, да ничего плохого, ничего хорошего. Знакомых мало. Как так? Как-то не доводилось. Хотели бы там побывать? Ну, мне товарищи говорили, что красивый город. Как вы относитесь к азербайджанцам? То же самое. Парни? Вам нравится внешность? У меня есть знакомая, но парень отдается моей стране. А вам? Ну, в принципе, нейтрально отношусь. Положительный, ничего такого плохого сказать не могу. Столица Азербайджана? Баку. Баку, я знаю. Однокурсник, мой одногруппник, он азербайджанец, Фатула его зовут. И я хочу сказать, что по характеру он очень добрый, всегда вот придет на помощь, поддержит там, ну вот... То есть ничего такого плохого сказать не могу. Нет такого, что нас, например, в группе разделяют на национальности, наоборот, все друг к другу дружно относятся. Поэтому все хорошо. Нормально, люди. А вы? Живут. А друзья, знакомые есть? Нет. Есть арабы. А мужчины вам нравятся? Нет. Азербайджанцы не нравятся? Почему? Не знаю. Хотели бы побывать в городе прекрасном, в Баку? Можно так для себя увидеть природу. Остались бы там жить, если понравилось? Если бы понравилось, да, почему-то. А взяли бы девушку себе замуж? Это надо судить по девушке. Я не знаю. А вообще, как вы думаете, хорошие люди девушки? Говорят, что верные. Хорошо, отношусь. Парень азербайджанец. Только честно, кто в семье главный? Ну, конечно. Характер? Хороший. Как вы относитесь к азербайджанцам? Нейтрально. Друзья есть? Есть. Девушка, а вы бывали в каком-то городе? Да. Где были? Баку. Замечательно. И как, понравилось? Очень. Азербайджан, привет! Всем привет, всем счастья, всем добра, здоровья и всего самого хорошего. Будьте личностями и не забывайте, что мы люди.